Джексон Невиль подозревается в краже машины, которую я ищу. Имеет смысл задать ему пару вопросов. Заглушите мотор! Норман Джейн, ФБР. Можем поговорить? Я слушаю. Зайдем внутрь. «24 часа. У меня меньше суток на то, чтобы найти Шона Марса живым. Паршиво себя чувствую. Весь в холодном поту. Я ищу владельца голубой «Шевроле Малибу» 8. Мне плевать, как она сюда попала. Украл ты ее или нет. Я хочу знать, кто ее купил. Прости уж, не запомнил. Башка дырявая, ничего не помню. Попробую освежить твою память. Если выяснится, что ты продал машину человеку в розыск, ты проведешь за решеткой полжизни, малыш. Решил на понт меня взять, сосун. Не видел я тачки. Иди. Здесь-то она откуда взялась? С тобой в игрушки играю. Заведу тебя подальше. Ты прикончу. Черт! Ты совсем долбанутый, укурок! А, черт, Джек! Все по закону. Простая самозащита. Первый закон полицейского. Или ты, или тебя. Эй, эй! Стой, хорош! Я, кажется, припоминаю. Не стреляй, я все тебе скажу. Я не знаю, кто этот тип. Он хотел избавиться от машины и получить типа новенькую. Платил налом. Чему лишние вопросы? Просил сообщить парню по имени Пако из Голубой Лагуны, что все готово. Больше нечего сказать. Мы продолжим разговор в участке. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Черт, как не кстати. Все, что вы скажете, может быть... Да у тебя проблемы, чувак. Нариков теперь берут в ФБР, да? Тоже храняли. Я помогу тебе завязать с колесами сомнамбулинга. И навсегда.
бардачке. Второй пистолет лежит в бардачке.